Как у нас в лесу? Ой! Ты кто? Я Котофей Иванович, прислан из сибирских лесов воеводы. А ты? Я Котофей Иванович. Тоже прислан. Ну вот. Что делать-то будем? Они-то там празднуют. Я придумал. Давай и мы ёлку нарядим. Ёлочка, ёлка, лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. А вот и я, ваша Снегурочка. Mm-hmm.